Израиле начался сезон вишен и черешен. Сегодня мы приехали на Голаны, чтобы собрать вишни. Но, в принципе, уже деревья пустые. Мы-то насобирали, конечно. Вот стоит баночка здесь 1,5 килограмма. И вот там еще одна баночка. Мы взяли две баночки по 1,5 килограмма. Стоит она 50 шекелей. Какой здесь принцип сбора? Приходишь сюда, ешь столько, сколько хочешь. Покупаешь вот эту баночку или за 50 шекелей на 1,5 килограмма, или баночку поменьше, которая стоит 25 шекелей, там 650 граммов. Мы с дочкой взяли две по 50, разогнались на 1,5-3 килограмма. Ну, насобирали как-то, насобирали, но сказать, что это очень много вишен уже, все, нет. О, наверху вижу огромную. Пойдемте на славетку. Я вот тоже нашла ветку, если я их смогу приблизить. Ну, в принципе, вишен было много, видно. Но уже люди побывали, сезон-то уже как бы заканчивается. Вот вообще, вот как на этой ветке растут они, так они должны расти. Но уже пособирал народ. Мы уже здесь не первые, далеко не первые. Но за 15 минут мы собрали каждое по 1,5 килограмма. Такой ветер здесь сильный. Ну, с одной стороны, хорошо, не жарко, прохладно хотя бы. Принцип сбора я уже, наверное, повторюсь. Ешь сколько хочешь. Ну, в общем-то, когда их покупаешь в магазине, так ешь, ешь, кажется, ох, еще бы ел. А тут почему-то оно и не очень-то хочется. Вот это такой портес, такой сад. Здесь растет черешня красная и черешня такая смешанная, желтенькая, розоватая немножко. А там вот дальше есть вишни. Кислые. Мы еще туда не ходили. Может, подойдем, попробуем. Вот они. Да, здесь очень сладкие. Очень вкусные. Ну, уже поклеванные много. Крупные? Это такие? Старалась крупные брать? Я брала, какие есть. Я брала крупные, старалась. Ну, старалась. Стараться можно. Видно? Видно, да. Ну, это пошли к выходу. Попробуем. Ну, вот здесь как бы много вишен. Не так много, как уже аж. Но, по крайней мере, вот можно так собирать, да. Вот веточки какие неплохие даже. А, жалко. Жалко оставлять красоту такую. Ну, уже мы набрали свои положенные 1,5 килограмма. Куда еще? Да, эти веточки свежие, хорошие. Вот какие. Вот она изначально, вот именно так она была и усыпана вся. Эти деревья вот такие же все были, все веточки. А теперь торчат только хвостики.